В 18 веке английский врач Дженнер Эдвард изобрел вакцину против оспы. В 19-м человечество победило холеру и чуму. В 20-м мы научились противостоять гриппу и многим другим болезням. Сегодня диагноз ВИЧ уже не является смертельным приговором. Помогите инфицированным людям дождаться изобретения вакцины и помните, ВИЧ – это касается всех нас.